Зверское убийство произошло в области ЖТСУ. По данным полиции, мужчина изнасиловал 42-летнюю жительницу Жаркента, а затем убил. А чтобы скрыть следы преступления, он попытался сжечь тело. Подозреваемого уже задержали, по факту ведется следствие. Проводятся все необходимые, предусмотренные законом, следственные действия, по результатам которых по делу будет принято окончательное процессуальное решение сдачи правовой оценки действиям подозреваемого.